Электроинструменты, генераторы, компрессоры, сварочное оборудование, садовую технику и многое другое можно найти в новом магазине «Инструментленд». Здесь представлены все ведущие мировые марки инструмента – DeWalt, Makita, Bosch, Stihl и многие другие. Особый интерес у сочинцев вызывает марка инструмента «Stanley». Эта фирма пока еще не широко известна на курорте, но, несомненно, заслуживает внимания покупателей. «Stanley» позиционируется нами как любительский инструмент для пользователей-любителей, пользователей опытных, тех, кто уже знает, как работать с инструментом. Электроинструмент «Stanley» обладает, кроме соотношения цена-качество, еще хорошими потребительскими свойствами в виде современного дизайна, эргономики и технических характеристик. Делать покупки в «Инструментленд» выгодно. Сейчас в магазине проходит акция «Приведи друга». Каждый покупатель может получить скидочные купоны для себя и для друга. И если друг воспользуется купоном, то скидка для первого покупателя увеличится. А сегодня возле магазина проходила демонстрация инструмента DeWalt и Stanley. Любой желающий мог попробовать различные инструменты в действии и задать вопросы представителям компании. Кроме того, всем предлагалось поучаствовать в конкурсе на скоростное закручивание саморезов. В течение месяца любой желающий может прийти, испытать свои возможности по закручиванию на времени. Ну и в конце месяца у нас будет 20 числа, получается, у нас будет финал, то есть самые лучшие, десятку самых лучших закручивальщиков мы приглашаем на магазин, и между ними состоится финальное состязание. Итоги конкурса подведут 20 декабря. Победитель получит приз – шуруповерт фирмы «Stanley». Магазин «Инструментленд» ждет своих покупателей на строительной ярмарке по адресу Гагарина, 63. Телефон 8-965-476-9000. Галина Захарова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.